Екатерина Самсонова собирает восхитительный букет, подбирает цветы по оттенкам и разбавляет композицию стильным декором. На все про все уходит 10 минут. Свои навыки специалист оттачивала несколько лет. Проходила курсы, смотрела обучающие видео и изучала тренды. Для нее и будущих флористов открываются новые горизонты. В Беларуси официально признали эту профессию. Мы не стоим на месте. Тренды постоянно меняются, постоянно вводится что-то новое, и собирать там полипропиленовые ленточкой розы уже не актуально. Ориентируемся мы на круглые букеты, без утяжеленной упаковки. Мы стараемся от этого уходить, 2-3 листика упаковки, потому что мы пропагандируем не упаковку, а цветы. Так что флорист – это не просто продавец цветов. В зависимости от квалификации специалист может иметь разряд. Для каждого свои требования. Третий предполагает умение создавать простые композиции, четвертый – каскадные и асимметричные, а пятый – изготавливать декор в разных стилях. Неизменным остается помощь покупателю подобрать идеальный подарок. Букет на любой вкус и кошелек собирают в бутике «Твои цветы». Надо постоянно чем-то удивлять, а вот хороший букет, когда он постоянно разный или когда у тебя есть свой почерк, то есть, допустим, у меня это постоянно белые цветы. Я прихожу сюда, мне делают очень красивый букет, одновременно это тренд, одновременно это искусство. И это всегда получается оригинально. В продаже также экологичные соевые хендмейд-свечи и мягкие игрушки. Если нужен идеальный подарок к 8 марта, Дню матери или на 1 сентября, стоит заглянуть сюда. Работает и доставка, а совсем скоро у магазина появится онлайн-платформа. Прекрасный подарок на любое торжество – цветы в корзине. Собрать ее можно как из классических кустовых роз, так и с очаровательной брунией. Такая композиция обойдется всего в 30 рублей. «Твои цветы» расположены на остановке Площадь Ленина. Бутик работает ежедневно с 10 до 22 часов. Здесь не только помогут подобрать букет, который покорит любое сердце, но и расскажут, как ухаживать за нежными лепестками, и даже откроют несколько флористических секретов. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.